Едь к нам, зайчик. Машенька, спасай, тону. Едь к нам, что ты тонешь? Кстати, можно надо съехать? Руслан, мне кажется, ты утонул в болоте. Колеса надо сзади. А ты вперед ехать не хочешь? Глубоко. Тут не может быть глубоко. Трава это растет. Она сантиметров 50 где-то глубина под ней. У меня гридер маленький. Ты дальше зайди. Дальше колется, колючая не трава. Да я тебе говорю, попое. Лучше не понял. А что с дном? Дно какое? Ну я стою твердо. Твердо, да? Попробуй чуть-чуть вперед, вот где вот эта травка, видишь, такая? Темней которая чуть. Блин, оводы кусаются. Руслан, ну вот оно дно, оно везде одинаковое. Ну не уверен я. Я снимаю. Что я тут проеду. Очень красивые кадры. Просто вниз, если нырнем, уже назад не выедем. Шерп там ездил, Русик. Попробуй еще вперед. Я еще не спущен, думаю, что шансов немного. Но... Ну подравнялся, если не плывешь, то выровнялся. Давай, едь. Дави Витю. Все, амен. Амен. Ой, эй. А кто его поедет сюда? Ну, пойду. Сразу нахуй, давайте, давайте. Занырнули полностью и плаваем, в общем. Так, рюкзак повыше, еда, кулечки. По-моему, плавает. Ну, хочем купаться. Ты хотел, Крис, давай, доставай дельфина и иди цеплять его. Цепляйте быстрее, тону! Да, вот так это все выглядит. Ну, хотелось попробовать, в общем. Ну, я еще забыл, у меня шноркель. А у меня еще и шноркель не подключен. Я забыл, блин. Ну, не копаем, стоим пока. Ничего не поменялось. Колеса метр почти 30. Видите? Назад попробовать. Ну, я думаю, не поедет. По чуть-чуть идем. По чуть-чуть идем. Зад плавает, наверное. Ну так хоть не так глубоко, чуть меньше воды. И зад не так глубоко. Так, Паша поехал. Не знаю, проедет там, и кто-то идет, топчет. А, вот перешеек есть, да, я промахнулся. Я думаю, он там сейчас проедет и меня назад
так тянет. Ну, видите, маршрут высох весь. Было бы, конечно, тут недельки 3-4 назад. Было бы намного поярче. Большой вес для такого болота. Тут и классическому болотоходу было бы интересно, я думаю. А у нас все-таки машина выходного дня. Так, унемок уже здесь. За шакал цепляй! Вытащил легко. Вот еще патрол там остался. Ну, помыли салон чуть-чуть. Так, путем неимоверных усилий шакал удалось найти в болоте. Там Леня где-то рубится просто. Какие-то звуки нереальные. Там места вы видели. Есть где порубиться. Вот это болото глубокое. Крис. Так, как-то ребята проехали по моему маршруту, получается. Были серьезные ямища. Так, ага, вот и Леня. Смотрите, как я чётенько выехал. Это, наверное, моя первая траектория, да, судя по тому... Вот и стартер сказал, что мне тяжело. Но я вам скажу, по моим местам тут и мне было непросто. Алёня смог. Сейчас мы его попробуем подтянуть. Вот и Макс приехал. И бородач уже здесь. Все, короче, здесь. Такой сюжет. Там вправо, наверное, будет хуже. Сейчас попробую влево, если выйду. Сейчас за меня подлебедятся. А вот и Макс едет. Леня уже поставил лебедку. Какая там жизнь, смотрите, покажу вам сейчас ближе. Тут надо пробовать лебедка, я уже тоже не еду. Сам поеду, с Леней не еду. Леня пробует вперед. Ходом. Уникальная на самом деле самурай машина. Посмотрите, что, ну там он не выйдет, потому что просто такую кучу собрал перед собой, что невозможно там выехать. Я попробую его объехать.
задом наверх выехал, хотя передом не получалось. Так, ну что, слева? Слева точно получится. Тут колея упал. Там Макс, он резвится. Ступенька. Юля, отомстил я или нет? Отомстил? За него, за тебя. Так, Люди. Лево, лево, руль! Лево. Черт, чуть-чуть я камыши не доложил, чтобы все просматривалось. Хорошие места, да, Пашенька? Дергай его еще раз назад. Сдергивайся еще раз назад к русу и выкручивай руль, чтобы ты выехал. Давай его туда на твердое, на свою траекторию выдерну. На, иди, я пойду толкать. Держи. Это будет контент. Это будет... Иди тоже толкай, Крис, все равно купаться. Шапочка чистая. На, подержи. Выбрасывай. О, воды. А, везде присасываются. А, блин. Давай, тихонько цепляй, Крис, чтобы брус не понял. Подержи камеру, а то, блин, нечем давить у воду. Направить? Да, камыши туда направляй подальше. Руслана, Руслана. Руслана. Я не испачкался? Не, чистый. Я хочу с тобой фотографироваться. Пожалуйста, становись. Иди становись. Иди становись. Колеса ли помогают? О, ты дерзкий. Помогай, давай. Лево руль, лево руль. Отпускай сцепление, а? Ромнее. Сломаешь точно. Блокировки твои вообще не падают. Я слез, видел, он сразу поехал. Еще по-моему тоже, если по-моему не приехал. Смотри, какая пачка тут ел. Так, все.
Нормально, помылись. Так, лечебные грязи я вижу, да? Да, да. Фу, блин, да. Слышишь, Леня, самурай накопал, мегаватт, наверное, не проедет. Сейчас попробую. Давай, попробуй. Зашпаклеванный. Зашпаклеванный, да, пошел. Оп. Что там? Так, Крис, руки моет. Это не похоже на Бодилана, да? Не получилось. Это не было, да. Там дерево такое торчит. Леня, не расстраивайся. Ты так молодец. Вот. Вручную Леню вытолкнуть не удалось. Но... В общем, выняли. Попробую... Там, где он ехал. На перекачанных шинах. Я думаю, проеду, но все-таки копнули, интересно попробовать. Вот я вам скажу, мало машин сможет просто даже вперед-назад сделать, как Леня. Дорогу восстановили. Влад говорит, на Google картах рисует ее вообще. Но это мы ее сделали. Так. А, это лайтовый выезд по перешейку. Блин, не могу из колеи выскочить на таких колесах. Да, высохло. Вот это все было. 100-метровка такая вот. Аж вон до желтых цветочков. Такая сплошное рубилово было. А вот болото, где я нырнул. Вот такой опровод пока. Все-таки лето, жаркое. Поэтому не везде удается найти нам, но ничего, неплохо, в принципе, неплохо. Пишите, кому как понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, комментарии не забудьте, что было бы интересно увидеть, какие машины, какие соперничества. Так, я ж был вот здесь, но что-то я его уже не вижу, все заросло. Куда-то они опять поехали, опять в оффроуд. Опять Леня возглавляет колонну. Передумал, наверное.